Дополнительные профилактические меры введены в Балаковском филиале АО «Апатит». Теперь въезд на территорию предприятия возможен только после санитарной обработки автотранспорта. Весь транспорт, который заезжает в периметр предприятия, это грузовой транспорт, при необходимости легковой именно через проходные, будет обрабатываться дезинфицирующим устройством. 3 минуты на обработку одной легковушки, 7,5 на крупногабаритную фуру. Специалисты отточили свое мастерство, и теперь дезинфекция одной машины занимает времени меньше, чем ее оформление в бюро пропусков. Процедура простая. Моем машину, наносим дезраствор, при этом производим температурный контроль и частичную дезинфекцию водителей, кабины, где он сидит. То есть условно делаем чистую зону на предприятии, чтобы все люди, все автомашины заезжали на предприятие условно чистые. Использовать хлорсодержащие вещества для дезинфекции транспортных средств нельзя, поэтому для обработки в Балаковском филиале АО «Апатит» применяют раствор на спиртовой основе. Обработка автотранспорта осуществляется дезинфицирующим раствором на основе изоприлового спирта, перекиси водорода и воды в определенных пропорциях. Работаем в штатном режиме, особых задержек по прохождению транспорта нет. Водитель относится к этому уже с пониманием. Кроме этого, ежедневно производится обработка территории предприятия, дорог, тротуаров, помещений. После каждого рейса моются автобусы, доставляющие работников на завод. Все сотрудники под пристальным наблюдением медиков. Это делается для того, чтобы оградить предприятие и его работников от коронавируса. Компания «Фосагро» с начала пандемии выступает за введение жестких мер, особенно в городах своего присутствия. И балаковский филиал АО «Апатит» является примером того, как должны быть реализованы меры профилактики на крупных промышленных предприятиях.